Модный показ одежды организовали молодые дизайнеры из Арктического университета. Представленные коллекции они старались сделать не только оригинальными, но и практичными. Например, пуховик в виде одеяла по замыслу модельеров может согреть обладательницу как во время сна, так и на улице в ветреную погоду. Увидеть его можно прямо сейчас. Молодые дизайнеры Арктического университета выступили на конкурсе «История о северной идентичности». Они создали коллекции специально для своих ровесников, для которых всегда актуальна фраза «мне нечего надеть». Среди многообразия фасонов трудно остановить выбор на чем-то одном. А в северных условиях одежда должна быть не только стильной, но и теплой. Чаще всего, по моему мнению, на показе мод иногда появляются костюмы, которые невозможно потом носить. Они исключительно как подходят под категорию искусства, мы на них полюбовались и потом убрали их в долгий ящик. В принципе, я считаю, что это можно носить и в повседневной жизни. И все же модельеры смогли похулиганить в хорошем смысле этого слова. На дефиле они представили наряды, которые по внешнему виду напоминают наборы постельных принадлежностей. Например, клатч в виде подушки и пуховик в форме одеяла. Название коллекции говорящее – «Ленивый день». Хотела сделать что-то про нас, про север, и при этом не углубляться сильно в этнику, а что-то вот про человека, который живет сейчас, про вас, про меня, про простую такую девушку, которая сталкивается с тем, что ей все время приходится одеваться тепло и хочется красиво, и поэтому у нас акцент на многослойности, на такой уютной какой-то теплой форме, на пуховичках, на одеялках, на подушечках. То есть вот как будто бы вы встали в воскресенье утром, поленились, оделись легко и пошли в театр к друзьям на вечеринку. Модель, в свою очередь, разделяет восторг от таких творческих экспериментов и готова выйти на сцену в любых самых экстравагантных нарядах, способных шокировать неискушенных зрителей. Дизайнеру показалось, что мне очень подойдет платье из такой летящей ткани и пуховик, стилизованный под одеяло. Я очень высокая, статная, и поэтому могу хорошо показать и обыграть эти элементы. Перед жюри, среди которых были известные дизайнеры фэшн-индустрии из Мурманска и Санкт-Петербурга, стояла непростая задача – выбрать победителя конкурса среди многообразия авторских идей. Но все же в трудном состязании победу одержала коллекция «Ленивый день». Ирина Ким, Андрей Карабан, телеканал «Арктик ТВ».